Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, ну что, для начала, соответственно, забежим в магазин и глянем, что нам тут. Друзья мои, опять выпадает шлем. На кого, интересно? Так, 800 монет, Энки, Рэмбо в огне, большой камень и редкий шлем, друзья мои, на нашего электрического динозаврика. Да-да-да, именно на Гром Хаспа. Но тут уже, ребята, плюс 4. Плюс 4 дает. И самое интересное, что здесь, походу, не надо ждать, друзья мои, улучшения. Оно вот шлем надел, и все, улучшение автоматически как бы прошло. Так, ну что, нам не хватает... Не хватает дофига, ребята. Как это назвать-то? Звезд? Но, тем не менее, погнали. Попробуем, ребятушки, здесь. Значит, бомба. Бомба-молния у нас. И простая бомба. Всегда тут звездюлей отхватываю, будь здоров. Давай я вот так вот Пэтча позову. Ну, Пэтча нормально там звезданул ему. Да он и кусает его не кисленько, я тебе скажу. Чувак, что-то хотел и забыл, да? И забыл, что хотел сделать. На, ой. Ой. Понятное дело. К бабке не ходи. Так, друзья, подождите. Да чтоб тебе, блин. Да куда ты-то? А-а-а! Что вы? Как? Блин. Слов нет, друзья мои. Сыграл, называется. Блин, ну ты не забывай, что он опять же сейчас, ребят, ну... Вот, мы с ним только броню сняли. Слушай, дай этого карапуза уничтожу, а. Заколебывает он, серьезно тебе говорю. Но пробили, молодцы, красавчики. Да пробить-то мы пробили, а. Нет, 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 нет. Черт бы вас побрал бы, а. Жалобно он скулит, блин. Да, конечно, куда ж... Куда ж тут гадина без тебя-то? Ну? Где мамонт? Ну, а что ты смеешься? Так и надо. А как по-другому? Блин, ребят, одну звезду уже отобрали у меня. Ну давай ты эту бомбу-то рожай быстрее, а. Ничего смешного. Я пошел прям в гущу, друзья мои. Ну что я могу тебе сказать? Возможно, ребята, возможно, наверное, тут пройти. Я просто вначале что-то как-то так тупо начал... Тупить? Не, хотя хрен его знает, ребят. Уже вторую звезду отнимает. Как-то там все не по-людски там получилось у меня. Что-то замельтешил меня, еще подбили, блин. Такой себе, так скажем, расклад получился у нас. Понимаешь, бомбы, они вот эти вот металлические, они плохо действуют на... блин, на бомжей, которые без брони, короче.
Которые в броне, да, их... Ой, это прокачаться. Которые в броне, да, они более-менее, ребят, как бы, ну... Урон получает существенный. Здесь же... Ничего особенного он не делает. Ну что, Диносы, сможем ли мы его прокачать, как думаешь? Нет. Нет, не сможем. Че, у нас получается только лишь... Ну, давай попробуем этот. Давай попробуем этот. Пройти на 3 звезды. Потому что были уровни, ребята, у нас и не один уровень, где мы с тобой, как я уже говорил, возможно, эти уровни пройти на 3 звезды. Надо только постараться. Надо только постараться и не затупливать. А вот тут вот, скажи, вот как вот тут, ребята, вот можно не затупливать? А если просто целенаправленно идет вот такая вот... Ну как ты тут будешь не затупливать-то? Я вот не понимаю, ребят. Да куда ты бьешь-то, дурила ты деревянная? Все. Опять же, ребят, тупанул. Опять же, не совладал, не справился. Такс, ну давай. Ну, Плювика, что ли, вызывать? Или все-таки мамонта? Мама-то, наверное, позову. Кто там? А кто там еще может быть, ребят? Ну, видишь, этот маразматик. Они пытаются, они стараются, ребят, они... К ним претензий абсолютно никаких нету. Да! Я хотел как лучше, ребят. Я хотел отлично. Там, ну, тяжело бегать, когда тут надо отбиваться от булав, и в то же время там же надо отбиваться, ребята, от другого урона. Понимаешь, вон там сколько летит, ребята, в нас стрел. Ну ты посмотри просто. Понимаешь, немерено. Опять же, тут, ребята, я больше все-таки затупил. Может быть, конечно, зря... Да, минус звезда, еще и подбили. Не знаю. Я уже не знаю, что тут, как тут... Оправдываться, не оправдываться. Да. Я сейчас тебе скажу, что мы сыграли даже хуже, чем обычно, ребят. Пфф.
Только не говори, что мы вообще с тобой сольем этот этап. Что-то этим пахнет, ребят. Если быть честным. Как вы заколебали, а? Не, ну ты прикинь, ну действительно, ребят. Чё за фигня-то, блин, происходит? Я не пойму, блин. Чё за бред сивой кобылы-то? Проходил, проходил, а тут на, блин. Примите, пожалуйста, распишитесь, блин. Да ну нафиг, это что за бредятина, ребят? Ну, это вообще бред. Просто бред. Я тогда на две звезды сейчас вообще просто расписали. Где я там неправильно сходил? Я что-то даже, честно сказать, вообще не понимаю. Почему такая тактика получилась? Идиотская. Нет, я могу, в принципе, ребят, догадываться, почему. Потому что нефиг было вот этих вот идиотов, блин, щадить, так скажем. Как он урона столько наносит, а? Вот это говно, что ты тут делаешь? Ну, конечно. Там прошли, конечно, прошли. Они до сих пор, что ли, там елозят? Как ты меня раздражаешь, когда ты так ноешь? Ты понял, кто здесь, ребята? Ну? Так. Да куда ты рыб бросил-то, блин, ну. Да и выставить-то некого, ну что, вот этого выставили, ну. Он урона не наносит. Ты опять сюда приперся, плешивый, блин. Слов у меня на него нету. Так, этот тут еще строчит, блин. До портала еще хрен знает сколько, друзья мои. Да.
Бегут, бегут, остолопы. Вот, ребят, вот ты посмотри, сколько их здесь. Тут как-то вообще, ну, просто Unreal какой-то. Да, и звезда пошла. Это что за фигня-то? Одна звезда в минус ушла. Ну, тут серьезно, тут очень их дохрена, ребят. Это даже без привлечения, дохренище. Да хренище, ребята, их здесь. Они, по-моему, тут что-то ошиблись, мне кажется. Какая-то, да. То, что мы этих пугаем, это... Они-то убегают не на совсем, ребят. Они же потом возвращаются. Так сказать, это временный испуг. Я вот к чему. Если бы они бы насовсем убегали и навсегда, то это да, это одно. А тут-то... Причем здесь все задействовано. И плювики, и шмулики, и... А то завалили все-таки, да? Посмотри, сколько их прет. Ну и что, это бесконечность. А где, блин, справедливость-то? Какой вообще-то справедливости вообще речь-то идет, блин? Какой справедливости там... Просто толпа несметная. Просто несметная толпища, ребят. Там никакой мамонт не выдержит. Никакой натиск там не выдержит, друзья мои. Ну, я тебе серьезно говорю. Ты посмотри. Они что, охренели, что ли, блин? Что они придумают? Какую-то чушь-то, блин. Это нереально, ребята, там выжить, блин. Ты пипец просто, блин. Как этот уровень я проходил, друзья? Я не понимаю вообще, как мы проходили. Если их немерено там идет. Я ничего не успеваю здесь сделать. Какую-то чушь, блин. Не, ребят, я серьезно говорю, это чушь полная. Пфф.
Ну ты посмотри, а. Что тут надо сделать, чтобы пройти этот этап? А их там наплодилось дохренище. Не знаю, ребят, я умываю руки. Это пипец просто какой-то. Я серьезно говорю, это просто трындец. Я в шоке. Я опять этот уровень я не пройду его, ребят. Этот меня здесь не спасет. Ты просто посмотри, как они запинывают мамонты вообще всех. Блин, ты только от одного избавишься, там еще один приходит. Просто один за другим. Я офигею. Рэмбо нам там не вообще не помощник, ребят. Я не понимаю, как тут проходить. А у них это бесконечная армия, ребят. Понимаешь, просто бесконечная армия вот этих дебилов, блин. Охренеть, блин. Они все ближе и ближе к нам, блин, подходят, ребят. Нет. Невозможно это пройти, ребята. Ну невозможно это пройти, потому что ты посмотри, сколько их здесь идет, блин. Они запинывают любого. Какой-то бред, согласись. Просто, это просто бред, ребята. Который невозможно пройти. Я удивляюсь, как я проходил. Как вообще я это проходил. Ведь как-то же проходил, блин, на две звезды, друзья мои, причем. На две звезды, блин. Как? Почему я больше, дальше не могу это. Все тут, все, ребят, тут. Чё-то я не понимаю. Хотел пройти на три звезды, вместо этого я вообще пройти не могу. Ну как такое может быть-то? Просто залп лучников, ребята, он... Ну ты посмотри, что они с мамонтом делают. Короче, это бесполезно, друзья, пускай бьют яйцо. Это какая-то хрень. Да я думаю, со мной все согласятся, что это чушь полная.
Откуда такая армия ублюдков этих вышла? Откуда такая армия вышла от этих утырков, блин? У меня других слов просто нету. Бесконечная, понимаешь? Бесконечная армия. Ты бьешь, блин, даже как вот, как ни крути, ребят, там просто не хватит у тебя. Я, конечно, в шоке. Ну, серьезно, я, ребята, в шоке. Я не понимаю, как это. Вот опять же, ну... Электрический, ну нафиг вам этот будка, домик этот. Да. Ну, естественно. Ну, естественно, друзья мои. Без бомжихи... Ну, бомжиха хорошо, она огня боится хотя бы. И это мы знаем, блин, прекрасно. Ну, этот-то говнарь, блин. Есть. А-а-а! Подожди, это катапульта была или показалось мне? А там катапульта была, ребят, по-моему. Слушай, ну посмотри, что у нас происходит здесь. Вот здесь все отлично, ребят. Три звезды у нас тут будет в кармане. Ну как те этапы, я что-то даже не, я не догоняю, ребят. Тут на три звезды шикарно прошли. Все хорошо. Претензий у меня нету. Но от того уровня у меня что-то аж прям, я не знаю. Какая-то могла быть моя стратегия неправильная. Не догоняю, вот серьезно тебе говорю, я не догоняю, ребят. Вот тут у нас сколько дофигища, ребята, не это. Как сказать, не пройдено на три звезды. Конечно же, друзья мои, ну конечно же, сразу же бомжиха. Сразу же. Снэпики должны справиться, в принципе-то. Ну, есть. Вот так пока на снэпиках, ребята, и держимся. Да ты серьезно, блин.
на снэпике, вы слабенький, вы. Как мне-то, а мне-то как заряжает. Эй, друзья мои, как мне заряжает. Больно очень. Нам нужен вот этот. Так, секунду. Нам нужен вот этот парень. И это, блин, не обсуждается, друзья. Теперь так делаем. Теперь еще вот так вот. Вот самый главный злодей, которого нужно как можно быстрее, ребята, уничтожить. Уничтожил твою... Засмотрелся, блин. Если сейчас этого подобьют, это все, это фиаско, ребят, будет. Блин, я успел. Теперь бы мамонта. Так, мамонт я вызвал, ребята. Успеет ли он? Вот это забор, блин, у забора хп мало. Я думаю... Да, 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 да. Так, пока ее так, ребята. Ну-ка! Не успела, не успела, ребята, набросить. Есть контактиш. Так, друзья мои, слава богу, вроде бы все окей, все окей. Сейчас главное звезду не прозевакать нам. И я тебе скажу, отлично мы прошли. Да, мы отлично прошли, друзья мои. Да иди ты в задницу, мелкий. На бомбе он катится. Отлично. Отлично, друзья. Два сундучка мы получаем с тобой. Угу. О, ледяной шар уже не актуален нам. Колючка, в принципе, как бы тоже не актуальна, если честно. А что вообще за награду мы с тобой должны получить? Тут, кстати, очень хорошо получилось у нас. Мы разыгрались нормально так. Так, а нам еще две звезды надо. Так, подожди, сколько? А, 2000 монет тут всего лишь. Ну чё, этот попытаемся этап, блин, пройти. Подожди, а ну чё, вот чё этот, до сих пор в прокачке, что ли, или чего? А, какая прокачка? Всё. Он, блин, у нас денег тогда не хватало его прокачать. Сейчас все хватило. Ну что, ребята, 24.3. Блин, ну опять же эти пираты, ребят, опять же пираты. Не только пираты. Блин, и пушкари, и все подряд, да? Ладно. Ну, а фиг ли делать? Вот, видишь, вот получил он звездюлей. Пэкчи наш. Я не вижу пока смысла, ребят, тратить бомбу. Диметра зачем-то позвал. Ладно, фиг с ним. Слушай, уйди отсюда, а. Как ты меня вот заколебал. Ой! Блин! Чеканутая бомжиха, друзья мои.
Мы ее не успеем, наверное, заплевать. Заплевать, заклевать, как-то. Или успеем, все-таки успели. Но меня немножко другое смущает, ребята. А там-то все у нас тихо, спокойно. Блин, зря я, наверное, покинул. Ауч. Ой, у меня уже это закончилось. Ну и вот как вот, блин. Ну, Пэк, ты где там? Оглушение будет? А, выжил Диметра. Выжил, ребята, Диметра наш. Катапульта! Чтоб ты сыром обделался. Заморозься нафиг. Ага, ага, друзья мои, на 3 звездочки идем, на 3 звезды. Yeah. Ух, найс. Найс. А нам нужно было как раз 2 звезды, чтобы нам открыли путь, ребята, в следующую территорию. Фуита. Отлично, отлично, друзья мои. А блин, видимо, я тогда побежал, когда за этой... за ложным динозавром. Все-таки мои ребята справились там. Несмотря на то, что там бомжихи эти шли. Угу. А, будьте добры. Будьте добры, открыть, пожалуйста, мне вот этот вот. Слушай, но здесь до сих пор еще нету нового динозавра, друзья мои. До сих пор там не дают нового динозавра. Как ни странно. Ладно, погнали. Так, здесь... ого, огонь, огонь, электричество. Мамонт. Вот, ну тут хороший подбор, ребят, но единственное, что очень дорогой, так скажем. Естественно, ничего, так сказать, легкого здесь не будет. Я больше чем уверен. Давай сразу вызываем, наверное, этого. Нашего электрического парня. Но... ой. Ну давай ты скидывай броню-то уже свою. Он урон получает, ребята, хороший, когда он без брони. Я вот хотел, к чему я хотел сказать. Он получает хороший урон, когда он без брони. Твою налево, ну тебя-то, дура, только здесь не хватало, а? Ох, хорошо так звездануло. Да, блин, ну я все протратил на... а-а-а, там еще и катапульты.
Так, бомжиху валим. Так, насколько я помню, она боится огня. Ну, развалилась старая каракатица. Теперь я понял, почему здесь дают столько, ребята, огня. Я думаю, все догадались. Нет. О! Ты что такое? Что он делает? Что он бросил, ребят? Ты можешь угомонишься, старый хрыч? А? Ты завязывай давай, мужик. Да он без остановок бомбит своими бомбами, блин. Теперь он столько броню снял. Ну, если сейчас мамонт, ребят, погибнет. Так, огонь, пли. Да ладно, не может быть. Фух. Ты видел этого короля в доспехах, потом еще без доспех. Офигеть, ребята. Просто какая-то машина для убийства. Это он один был, блин. А прикинь, их, там, я не знаю, он и бомжи бы еще шли бы вместе с ним. Да. Вот тебе, ребята, и король, блин. Король бомжей. Твою налево. Шикарно. 2000 монет. Не очень много, но приятно. Хорошо. Давай сюда. Так, у нас 9000 всего лишь. Но тут вот уже, друзья, без электрических динозавров. А я больше уверен, что доспехи никто не отменял. Вот тебе элементарный пример. Сразу же, друзья мои, с лету, с пылу, с жару, блин. Да, с пылу, с жару. Так и происходит, ребят. Ну вы издеваетесь, твою налево, блин. Ну я только начал, блин. Уже, ребята, бомжихи прут, уже. Сейчас будет. Вы сейчас издеваетесь, да? В наглую, блин, издеваются надо мной. Она урон такой ничтожный получает. Хорошо, что бомжиха, вот она в броне, что броню мы снимаем, все, ребят. Она сразу погибает. Нет у нее такого, что она там. Успокоится эта тварь или нет, а? Минус бомжиха, ребят. Ты видел, как она, сколько она сносит, ребята, хп? Да, конечно, ты видел. Как такое не увидеть? Немерено она сносит здоровье. Вот что я тебе могу сказать.
со 100% уверенностью. Да уйдешь ты, господи, отсюда. Да епарс это, блин. Это сейчас начнет свои бомбы тут раскидывать, да? Он даже не успел ничего сделать, ребят. Ай! Хотя бы так сделать. Не, то, что ты пришел, это, конечно, все хорошо. Это все, блин, мило. Да успокоится этот гад или нет, а? Да вот этот король, блин. Да что там, блин? А, кстати, заметь. Я только сейчас заметил, друзья мои. Он когда без брони, он этот. Он бросает не снаряды. Он за меч берется, ребят. Он за меч берется. Поэтому выгодно нам с него снимать броню. Потому что, ну, я не знаю, правда, сколько он урона мечом наносит. Но он, по крайней мере, снаряды свои не раскидывает. И мы прошли с тобой на 3 звезды. Он не разбрасывает свои бомбы. Он в броне кидает бомбы, без брони он просто достает меч и начинает атаковать. О, пэтчи, друзья мои. Пэтчи может прокачаться. Ну, денег у меня не хватит наверняка. Но это хорошо. Пэтчи хорош. Ребят, своей башкой он прибивает, будь здоров. Так сказать, задает шороху нашим злющим противникам, бомжам. Хотя 13 тысяч, может быть, и хватит. Может быть, и хватит, сейчас посмотрим, ребят. Ну, прокачаться он уже в следующий раз прокачается, да. Хм, атака плюс 94. Это будет круто. Это, слушай, он бомжих 2 пэтча и бомжих и нету. Я тебе так скажу. Так, ребят, а здесь... Ой, блин, здесь, наверное, на тиранозавра. Вот эти вот камни, они хороши, но они, ребят, очень круто промахиваются. Блин. Угу. Горчички, угу. Ты сейчас серьезно? Да это просто, ребят, какое-то издевательство. Я начинаю только играть, все. Еще и катапульта сзади. Вы приколисты, блин, однако. Так, а как это назвать, ребят? Ой, бедные мои малютки, их сейчас разнесут. А вот мы с тобой сейчас вот в катапульту. Она станется? Станется, ребят, станется катапульта. И она станется довольно неплохо, ребят. Так, не трогаем их малышей. Ущербный. Бомжихи еще будут, ребят. Интересно, это вот...
Ёкнарный бабай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, блин, убили. Все, ребят, сейчас их там, блин, бомбанут, к сожалению, без моего этого ведома их расчехлят. Вот, и об этом я и говорил. Ах, да. Ну, танка-то тут нету, видишь, танка нету. Я не могу, ребят, ничем прикрыть. К сожалению, блин. Ты серьезно, блин? Опять ты, а? Да успокойся ты. А что, всех... Ой-ой-ой-ой, там всех запинали, ребят. Ай, попал под удар, блин, выбежал, называется. Сам виноват. Ну, тут, наверное, на Тирексе все-таки, ребята, ставка ставится, потому что он здесь, ну, как бы, ну, не просто так дан. Вот этот вот. Потому что там этот сейчас с бомбами, он... разнесет всех. Всех и все. Так, ну, по крайней мере, он остался без... Без чего он остался? Сейчас мы посмотрим, насколько он... Ну, звезда в минус, ребят, пошла. Он справляется. Тирекс тут справляется, друзья мои. Причем я бы даже не сказал, что он тут... затрудняется с этим делом. Нет. Абсолютно на изи, блин. Ну, то, что да... То, что нам не хватило, это да, тут ничего не поделаешь. К сожалению, ребят, ничего здесь поделать я не могу. Ну, уровень, главное, пройден все-таки. То, что ставка на Тирекса, возможно, здесь делается. Но опять же, ребят, я же не могу раньше времени его призывать. Он призывается, когда на него накопишь. А накопить на него не так-то просто, блин. Потому что тебе нужно и бомбить, и копить. Защищаться-то тоже надо, понимаешь? От их нападок, блин. Ну, сундук зато мы с тобой получим. Деревянный сундук. Самый простенький. Мама, две карточки. Хэнк. Ну, так себе. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.